Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать очень красивый виджет. Вы сейчас его видите на экранах. Это звездный космос. Просто посмотрите, какая красота. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, что это за такой виджет. Данный виджет я перетаскиваю на холст, и данный виджет располагается по ширине в 100%. Вы можете его двигать на своем холсте, разместить там, где вам нужно, и за ползуночки можете увеличивать или уменьшать область отображения вот таких вот звезд. Здесь у нас практически нет никаких настроек. Если мы кликнем на настройки, у нас только здесь есть один параметр, который показывает, так сказать, количество звезд. Я уж не знаю, действительно он показывает 1500 звезд, но этот параметр, если мы уменьшим значение, то есть на сайте реально звезд станет меньше. Например, если мы сделаем 100, меньше, по-моему, здесь виджет не позволяет сделать. Вот если я, например, поставлю 1, то у меня подставляется 100, то есть минимальное значение 100. Давайте посмотрим в браузере, как будет с таким значением. Видите, их намного меньше, да? Что было 1500 и что 100. И, например, можно сделать еще вот так. То есть большое значение. Если мы посмотрим, то у нас их намного больше, но и подгружается, я вам скажу, страничка дольше. Так что здесь учитывайте этот момент. Не делайте слишком много, а иначе страница из-за одного только виджета будет дольше подгружаться. Думаю, что 1500 это самый такой оптимальный вариант. В общем, очень красивый виджет. Используйте у себя в проектах. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!